И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Touch Incorporated. На связи с ваш доктор Эггман, он же Альберт Вескер. Почему? Потому что я голос доктора Эггмана в этой вселенной. Ну ладно, я и сам Альберт Вескер. Ну, дали два прозвища по жизни, что я с этим поделаю? Но то, с другой стороны, оба соответствуют истине. В прошлый раз, а в прошлом был у нас именно с вами сбор колец, если кто не был на стриме, а у нас теперь и стримы записи одновременно идут, ну, по большей степени одновременно. Мы с вами там много чего пособирали, но на геймплеях мы с вами продолжаем идти сюжет. Поэтому будем продолжать идти сюжет. Получается, у нас пока... В каком-то смысле, у нас сейчас с вами наши воскресные стримы по Сонику влияют на субботний результат. Плюс-минус, если я, конечно, не буду записывать по несколько эпизодов подряд, что вполне может быть в скором времени. И я, скорее всего, так и буду делать. Потому что мне нужно немножко разгрузку сделать небольшую на субботу для себя. Поэтому да, только рад, что монтажом заниматься. Это я уже озвучивал. Почему ты здесь? Я просто готовлюсь. Ну, вижу, ты много времени тратишь. Но что, мое время не разве началось, так ли? Слушай, если бы ты единственному я доверяю. Ты очень умна. И прекрасна. А еще можно уничтожить синюю угрозу. Что ж, ну, разве это не работает для девушки, которого нужно? Что ж. Это было так легко, что я даже чувствую себя немножко угрюмо. Я постарался в прошлый раз перевести более корректно. Да уж таки. Так. Сначала все соберу. Мы сейчас не будем никуда торопиться. Я буду постараюсь собрать здесь все по-аккуратному. Пройдем без каких-либо проблем. И все будет хорошо у нас. Играем на геймпаде. Кстати, отсюда можно всю чуть ли не трассу увидеть. Ну, относительно. Нам ее не все покажут, конечно, но большую часть так точно. Отправляемся. Аккуратненько. Есть, неплохо. Так. Есть. Так. Здесь делаем аккуратненько. Тут главное не поломать его, а так... Правда, я не понимаю, на какой черт Ёж себя закутал вот в это. Я реально его не пойму. Нет! Ладно, у нас 3 жизни. Я постараюсь эти красные кольца собрать по большей степени. По-хорошему, нам надо чисто пройти. Ладно. Давай-давай, есть. Я лучше избегу эти чертовы заразы. Метит ракет.
Так. Харма Инишитив. Кстати, забавно, что она... Слушайте, может быть, она работала над Харма Инишитив? Было бы забавно, кстати, если бы она реально работала над Харма Инишитив. Первый демон, который работает сейчас в корпорации Эггмана, который... Ну, в моей. Который раньше работал на меня, но в Харма Инишитив. Это было бы забавно. Интересно, как супруги The Group смогли ее нанять? Вы правильно заметили, она немножко сейчас подвисла, меня это немножко напрягло. Но вроде ничего критичного пока не случилось. Здесь надо реально быть аккуратнее. Так, они максимум могут меня немножко оттолкнуть, но не сильно. Я про петухов. Нет, 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 нет! Ну ладно, сильно. Гребаная курица. Так, стоп, 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 стоп. Ёж, подожди. Я вообще ничего не могу использовать. Нет, 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 нет. Есть, движемся. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Гребаная кура. Нет, 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 нет. Есть. Давай, 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 пока кура нас не окремнулась. Я в бок пойду вот сюда. Краб на меня здесь не среагирует. Крабы здесь бессмертные. Нет, их можно, наверное, пробить, но я не хочу рисковать. Эти кольца соберем с вами позже, товарищи. Эти кольца мы соберем с вами позже. Надо сейчас определять приоритет, иначе если мы не пройдем, это получается будет второй эпизод, где я реально долго мучился. Вот. Так. Черт, восьмерку не забил. Но зато... Так. Вот здесь надо быть поаккуратнее. Не-не-не-не-не. Нет! Ладно. Две попытки осталось. Давай-давай. Две попытки. Но сейчас пока одна жизнь запасная. Так, давай.
Нет! Последняя. Все, больше шансов. Есть! Ладно, мы хотя бы смогли хоть как-то прорваться. Уже хороший результат. Это был финиш, если что. Весь не понял, это был финиш. Это был финиш перед нами. Кстати, если кто не понимает, записываю в этот же день, когда этот эпизод должен выйти. Так что не переживайте. По сути, у вас лайв-экшн режим с задержкой на полдня. Я записываю это глубокой ночью. Соберу побольше колец. Наша задача сегодня пройти, по крайней мере, вот этот уровень. Я сомневаюсь, что я потяну второй, если мы сможем пройти его быстро. Но по времени, если будем успевать, я возьму, конечно, посмотреть хотя бы, чтобы завел уровень. Если уже уйдет слишком много времени, я не буду ничего даже обрезать. Нет. Сейчас сделаем, действуем довольно аккуратно. Действуем аккуратненько. Одно колечко мы уже забрали. И попробуем сейчас еще нарастить с вами. Так. Нет. О, сам виноват. Ладно, сам виноват. Да, я хотел забрать то кольцо. Ну, ладно. Заглупил слегка. Бывает такое, конечно. Жадность это не грех, но... Главное, не давать ей с собой контролировать. Кстати, забавно, почему не сохранилось. А, я, наверное, не задел ее, поэтому не сохранился. Собираю все до одной. Сейчас нам нужно нарастить жизнь, а это можно сделать здесь, только собирая кольца. Каждую соточку. Нет! Ну и еще вот эту жизнь можно забрать. Я попытаюсь. В этих кольцах сейчас есть только один смысл. Они могут дать жизнь.
Нет! Куда ты крадёшь? Ладно, хотя бы жизнь забрали, у нас по сути сейчас компенсировалось одно с другим. Если я буду вовремя ту жизнь забирать, я, в принципе, ничего не потеряю, я просто стану... как Субару. То есть, бессмертным, но смертным. Ты ничего не прыгнул! Бессмертия, что ли, не хватает? Мы сейчас будем пытаться эту жизнь забрать. Мы будем сейчас пытаться, ребят. Потому что, по крайней мере, запас должен быть хороший. Я не ожидал. Слишком хорошо вышло. Так, я собираю все кольца здесь, на этой зоне. Чем больше соберем, тем лучше для нас. Потому что чем больше колец я соберу, тем больше жизни шансов есть возможность получить. А это надо. Самый бесячий уровень. Ты куда, граб? Иду по этому. Эти кольца, вот эти, вот эти, будем забирать с вами позже. Если реально их сложно забирать. Так, вот. Одну жизнь получили с вами. Так, попробую вот этого гада сбить. Нет! Ладно, попытка была хорошая, но я сам виноват. В общем, сбить его можно, но не реагирую. Есть! Есть! Здесь я поиграю. Тут эти жердяне будут мешаться. Ладно, может что-то и получилось хорошо. Но это не факт, что впереди будет легко. Да. Ладно, хотя бы до точки сохранения добавились, уже хороший результат.
confetti and an avocado facial scrub out this horrible day. Сейчас все пособираем, ребятушки. Я впервые добрался так далеко. Хочу обеспечить себе кольцевую безопасность. Тут еще точка сохранения есть, надо ее воспользоваться. Негоже упускать такой шанс. Я ее заметил. Вот она, видите? Сейчас все соберу и отправимся. Здесь нам пока ничего не грозит, главное не попасть на платформу. Иначе придется проходить этот путь заново. Эпизод будет коротким. Я, скорее всего, полагаю, что мы пройдем только вот здесь это все дело. Но с другой стороны... Спокойно. Я сейчас общаюсь с вами и немножко отвлекаюсь. Я вас ничем не обвиняю. Чисто говорю, что есть такое, что могу отвлекаться немножко. Отлично, теперь можем отправляться дальше. Давай, отправляй меня. Ай, привет, дорогуша. Так, ты чего у меня виснешь? Даже не смей. Иди сюда, златовласка! Давай, златовласочка, сыграй со мной! Надо найти настоящую, не попасть на мины. Я заметил, что у парочки есть мины. Так. Где ты, Златовласка? Хотя правильно, Зелевласка ее называть. В общем, мне нужно ее находить среди этой кучи. Да куда ты едешь, ёж? Я его загнал на нижний, но он не стал даже слушать. Так. Ну и где наша барыня? Надо ее находить. Она должна быть в одном из. Надо понять, где она находится. Так, у меня эти заканчиваются. У меня таймер заканчивается. Но с другой стороны, у меня как бы есть время формально в жизни. Надо действовать быстрее. Давай же, ёж. Я пока включу веб, чтобы вы... Вот. Где ты? Иди сюда, барня.
не уйдешь. Нет, 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 нет. Есть! Я успел! Вы видели, я успел ее ударить. Я успел ее ударить. И там на каждого у них три попытки дают с удара. А все пора, я успел сделать. Последнюю секунду. Ладно, пособираем сейчас все аккуратненько. А почему, кстати, отсюда начинаю? А? Почему я отсюда начинаю? У меня тут была другая точка сохранения. В любом случае, пособираем все эти колечки здесь сейчас. Тут навряд ли дадут ровно 99, так что... Чисто пособираем, но... Аккуратненько. Больше ничего нет, все. Нет, дайте я пройду, сохранить, пожалуйста. У нас как раз, да, будет, наверное, короткий эпизод. С одной стороны. С другой стороны, очень веселый. Да, ты великолепна, мадам. Прекрасно. Да иди, давай, ёж. Да, как ты мог промахнуться, ты ежиная эта скотина? Она уже даже стоит на месте. Вот чтобы ему помочь. Так. Так, тут на время. Нет, мне вот когда она крупными партиями дает проще. Так, хорошо. Да, я тебя победил, победил. Чистую. Вот и видите, я же говорил, я в прошлый раз... В прошлый раз было три удара. Игра меня потом выкинула, говорит, не верю, давай еще раз. А вот мы справились. Справились, и всего ушло за это полчаса. А сколько я просился в прошлый раз? Ой, сейчас бы, наверное, озвучка, и она будет ужасная. Я переозвучу чуть позже, если она будет реально ужасная. Поверьте, ребят. После уже монтажа надо будет делать. А озвучку делаю всегда обычно отдельно. Ой, ну, с другой стороны, будет хороший повод посмотреть игрофильм. Погнали! О, это было круто. Во всех смыслах.
Твой форт впечатляет, маленький ёжик. Но ты... Это была твоя последняя попытка, а ты потеряешься еще раньше. Ой, кто бы говорил, пытался меня сожрать, черное сердечко, ты и твоего доктора Эггмана. Твои зубки просто сломаются об мои мускулы. Но ты можешь, конечно, попробовать. Мы сильнее и сильнее с каждым разом уничтожаем к этому миру. Да, мы это уже поняли. Откуда ты вообще знаешь, когда ты умрешь, парень? Ой, верно! Вы же умрете тоже! Это так плохо для вас, конечно. Ты тупая, сгоревшая мира, ты уничтожишь себя. Я уничтожу тебя, прежде чем я люблю это дело. Я сломаю тебя, ты тупая скотина. Босс, ваши руки. Так же долго, как и сильно зайти в моих руках, Семир. Мне кажется, этот эпизод реально должен сделать отдельно. Здесь себе поломал, там себе поломал, везде себе поломал. Вот забавно. Там себе руки поломал, здесь себе руки ломаю. Что творится в этом мире, товарищи, а? Ладно, ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Да, всего одна карта, да, всего две пары колец мы не забрали. Но мы, смотрите, сегодня вот за эти 30 минут сделали с вами реально очень много. Первое. Добыли 3 очень сложных кольца. Они реально сложные, они... Одно над пропастью. И два, это же забить шары в лузу. Надо там сразу это сделать, иначе надо переходить каждый раз. Это мы смогли сделать спокойно. И мы с вами плюс-минус посмотрели, где находятся еще два кольца. То есть они на пути, мы их видели. И технически их забрать несложно. Там один Йети его закрывает. Если его вовремя сбить, проблем нет, и устоять. Давай посложнее, там краб на пути. Но если грамотно, наверное, разогнаться и поуправлять шаром, то можно успеть, и чтобы краб тебя не задел. Тогда может получиться. Но это будем делать уже с вами на стримах, когда доберемся до этой карты. А в будущем у нас с вами другая карточка. Вот это впереди. И у нас 1666 фликов. 666 число зверя. И тут у нас будет Frozen Factory Казинос. Нет, то, что Деду Морозу тоже нужно казино. Ну, так или иначе, ребят, спасибо всем, кто сегодня смотрел. Ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал, Discord, VK, DNR, Telegram. Ссылки все найдете в описании. Удачи!